рассадов флокс растопыренного ароматные облака представляет собой очень компактное садовое растение с крупными цветками, собранными в аккуратные соцветия. По периоду цветения сорт относится к среднеранним. От других сортов отличается насыщенным ароматом. Цветки имеют нежный лавандовый оттенок с более светлым центром. Флокс растопыренные ароматные облака неплохо растет возле водоемов, в слегка затененных участках. Размножение возможно как делением куста, так и черенками или семенами. С успехом используется на срезку в букеты, который придает особого очарования. Флокс растопыренные ароматные облака это травянистые высотой 20-40 см. Цветет растение в месяц май-июнь. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 1,5–2,0 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.